Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Сегодня пятничка, а значит чё? А конечно же значит, что будем открывать эпиков Арсенала. Клуб, за который я болею, вот такой вот Арсенал собран. И конечно, его можно еще усилить. У нас сегодня в меню Виера, Берх и Росицки. Лаказета, кстати, отсюда надо убирать. Вот, как вы знаете, он уже не в Арсенале. Ну и кроме Виеры, Берга и Росицки, можно в принципе ждать еще эпиков Жилберта Силвы, Пети, Аршавина. Например, по Арсеналу было достаточно много. Как вы видите, Берх у меня здесь есть, но он от сборной. А от сборной это все-таки уже не то пальто. Кстати, Виера и Росицкий здесь тоже есть на этом аккаунте, но они тоже от сборной, а значит, это не то пальто. Хочу эпиков, хочу Виеру Бихтайма и, в принципе, Виера в 21-й, в 20-й части, наверное, был моим любимым игроком Виера и Румениги. Вот. Что у нас здесь вообще по игрокам? Значит, Виера 98 он будет на максимальной прокачке, 100 будет с игранностью. Как вы видите, кстати, 13 паков я уже открыл, ни хрена мне не выпало, а потом до меня дошло, что я запись не включил. Ладно, Берх 97 на максимальной прокачке, 99 будет с игранностью, и Росицкий 94 и 97 с игранностью. Росицкий, конечно, меньше всего меня интересует, тем не менее, выбивать я буду всех. Да, напоминаю, что если тебе нужно задонатить с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании, закрепленном комментарии. С ценами я разобрался, ребят. Вчера, в принципе, все обсуждения были по поводу цен. Канами снова их дернули вверх. Такое ощущение, что игра мега-дико популярная, и Канами такие, почему бы не поднять цены? Ведь доната до хрена, донатить будет еще больше. Ну, в общем, у них свой японский какой-то хитрый самурайский подход. Цены дернули, было утром непонимание. Сначала я вывесил очень большие цены, но на тот момент я мог сделать только по ним. Но, сами понимаете, всегда есть какие-то лазейки. Так что цены утихомирились, обращайтесь, сделаю все, как обычно, быстро, качественно и все дела. Да, спрашивали, как делаю я все это лично, так что ни к кому ваши данные, кроме меня, не попадают. Как вы понимаете, ваши аккаунты мне, ну, как бы вообще не нужны. У меня своих достаточно, и вливаю я в игру достаточно. Ну и, в принципе, подписывайтесь на мой Телеграм, там я публикую всякие новости. Это дело будет вам полезно. Ладно, что сказать по Виере, Бергу и Росицки? Не знаю, Берга, мне кажется, вообще нереалистично Канами реализовали в нашей игре. Он был очень-очень техничный на самом деле в жизни. Я с удовольствием смотрел его матчи, и связка Берг-Анри, конечно, была просто потрясающая. А здесь они из него сделали и достаточно медленного товара, и не то, чтобы сильно мега техничного. И почему так, я, если честно, не знаю. Да, кстати, задавали вопросы, как определять, выпадает ли тебе эпик либо биг тайм сразу по стадиону. Вот смотрите, открывается баг, видите, на стадионе белая полоса. Вот если белая полоса есть, это обычный игрок. Если этой белой полосы нет, то это либо эпик, либо биг тайм. На самом деле все просто, я сам не обращал на это внимания, мне потом подписчики рассказали. Росицкий тоже, если честно, я никогда не считал его слишком легендарным игроком. Да и легенды Арсенала я бы его не назвал. Ну, как бы, да, хороший футболист своего времени, но не более того. А Виера? Виера, конечно, столб Арсенала, и к нему претензий никаких. Хотя карточку ему сделали на самом деле похуже. Мне кажется, Виеру на данный момент немножечко портит стиль. Он у него от штрафной до штрафной. Хотелось бы, чтобы Виера был якорем. Вау, вот видите, видите, белой полосы нет. Опачки, а вот и Виера. Вот и Виера. Обожаю это оранжевое сияние. На самом деле, не так уж много я открыл. Ну, 13 паков у меня уже было открыто. Давайте посмотрим, сколько я уже открыл. Чтобы выловить нашего огромного, черного, замечательного опорного полузащитника. Хотя, мне кажется, его можно на ЦПЗ спокойно ставить с его стилем. Он будет и туда, и сюда бегать. Потрясающие у него статы в защиту, потрясающие у него физические параметры. Ну, паса единственное, пожалуй, что не хватает. Вот разве что. Но если бы у него еще и пас был, он бы был просто неимоверный. 121 игрок остался у меня. 13 я открывал до этого, значит, 134... 16 паков. 16 паков после 13 и Виера на базе. Ну, пожалуй, для видео, как обычно, я открою 50. Почему бы и нет, так сказать, не жалко. Ну, если что, золота мне, в принципе, хватит, чтобы выбить всех игроков из этого пака. Конечно, мне, как поклоннику Арсенала, хотелось бы, чтобы больше эпиков Арсенала легенд было в нашей игре. Само собой, я жду Анри. Когда-то он был в Песе. Если я не ошибусь, в 17-й части он был. Был он у нас от Барселоны, а не от Арсенала. Но все равно я бы его ловил. Вот. Ну и по традиции Канами был он на позиции центральной нападающей со стилем продуктивный вингер, который, как вы знаете, на центральном нападающем не работает. Кстати, если не знаете, то загляните в плейлист гайды. Там я разбирал стиль.
И было достаточно много просьб разобрать еще и навыки игроков, на какие позиции, какие навыки являются приоритетными. Ребят, это сейчас в работе, я пока что выписываю, примерно накидываю себе план видео, как это все показать, как это все рассказать, так что я считаю, ну, я думаю, такое видео будет. Ну и огромное спасибо за то, что подписываетесь на второй канал. Вот, зайчика, я там закончил прохождение на данный момент, к сожалению, из 5 глав вышло всего 3. Вот, ждем четвертую, и это прохождение я продолжу. Просмотры вполне себе неплохие, меня это устраивает. Тот канал, так сказать, больше для души, потому что PES, вы знаете, ну, очень часто надоедает, не так уж много у нас ивентов, в которые можно играть, и много времени игре уделять не получается. Наверное, самая большая проблема PES для меня, ну, по крайней мере, что в PES нельзя фармить. Вот у нас сейчас банально нет вообще никакого режима, в котором можно было бы что-либо фармить. Вот по тому же Новому году я могу сказать, что, наверное, самый лучший для меня ивент, ну и вообще самое лучшее событие из всего Нового года в PES, что было, это даже не подарок Эпика, на самом-то деле. Хрен с тем Эпиком, без него можно было бы пережить. Лучшим для меня подарком было, это то, что у нас был ивент, где давали в 3 раза больше опыта. А если запихнуть еще условного Кройфа или Канавара в тренера, у которого еще бонус к опыту по позиции, и выставить все 11 игроков по позиции, игроки качались просто неимоверно. Если я не ошибаюсь, у меня игроки за матч получали примерно 1080 опыта, по-моему, или 1200 даже опыта. Короче, ну представьте, и их 11, то есть 11 по 1200. В общем, это было здорово, в общем, это было замечательно. Я практически всех игроков своих прокачал за это время и был очень даже доволен. Надеюсь, такие ивенты у нас еще будут. А, кстати, да, как видели, белой полосочки нет, а значит, это эпичек. Эпичный кто-то мне выпадает. Либо российский, либо Берг. Давайте смотреть. Тоже, в принципе, достаточно быстрая песня. 50 паков я еще не скрутил, да, Берг мне выпадает, десяточка Арсенала. Ой, Канами, вот почему бы, не знаю, если ты вылавливаешь всех 3 игроков, не дать ретро-форму Арсенала? Ну, вот почему бы и нет? На самом деле, сделать это очень просто, игрокам будет приятно. Ну, ладно, идей много хороших, как у меня, так и у других, на самом деле, игроков, но Канами нас не слышит, не слушает и не собирается делать нам какие-то плюшки. А ведь действительно было бы приятно, и это была бы еще очередная мотивация, на самом-то деле, выкручивать всех. То есть, вот, выкрутил ты 2, остается 3, и начинаешь думать, блин, а если 3-го выкручу, еще и форму дадут. На самом деле мотивация людьми достаточно легко можно управлять, но такое ощущение, что в Японии про психологию не слышали. Ладно, так, 50 паков я собирался открыть, 50 я и открою, а вдруг сейчас российский выпадет? Вот, а вдруг, и я за эти 50 паков заберу всех. Очень на самом деле хотелось бы. Короче, идей действительно огромное количество. Я писал несколько раз в Канаме письмо, в их отдел по связям с общественностью. У меня такое ощущение, что у них есть связи с общественностью. По-моему, этот отдел существует просто, чтобы существовать. Но, естественно, всегда получал автоматическую отписку, никто там меня слушать не собирается. Тем более, я там за это ни денег не прошу, ничего не прошу, да даже золота в игре не прошу. Ну, просто вот сделайте простые вещи, и игра станет лучше. Но нет. Канаме делает у нас очередной, скоро будет... кибертурнир из этих киберкотлет, которые от клубов-партнеров, которых нахрен никто не знает, которых нахрен никто не смотрит, ну, я думаю, вы об этом сами все в курсе, и просмотры там единственное нормальные, только когда в игре нам платят за это, причем платят такую мелочевку, что на самом деле и оплатой это назвать сложно, ну, вы помните, там, типа, перейди, и у тебя 500 ебалов за просмотр, что на эти 500 ебалов можно купить? Ни хера, вот, тем не менее, все равно люди переходят, даже за такие мизерные подачки, и таким образом, потом большие менеджеры Konami отчитываются, скорее всего, перед своими директорами и говорят, посмотрите, ляньте, какой популярный наш турнир. Мы собрали вот этих вот известнейших людей, у которых максимум там под... Простите, по 1000 подписчиков в Твиттере, они сыграли матч, и это все дело посмотрели 2 миллиона. А в итоге, если на самом деле говорить правду, то эти 2 миллиона куплены за мелкий прайс. И просмотры эти все накручены. Но сами понимаете, что гендиректора не будут так глубоко нырять в то, что происходит в нашей игре. Не будут даже заходить на YouTube и смотреть глубину просмотра. Потому что я уверен, там, если этот стрим с
киберфутболистами идет часа 4, там глубина просмотра секунд 15. Вот сколько человеку нужно зайти, чтобы забрать ебалы, и сколько человеку нужно нажать. Ну, а сами понимаете, 15 секунд глубина просмотров из 4 часов, это не просто ужас, это просто, это мрак. Это мрак, который лучше не рассеивать. Ну что ж, 50 игроков я скрутил, к сожалению, российский мне не выпал, тем не менее, выловил я Виеру и выловил я Берга. Как по мне, вполне себе достойно, ну, скажем правду, не 50, да, а 63, но все равно, мне кажется, и за 63 игрока Берг и Вейра очень даже достойно. Пиши, открывал ли этот пак, поймал ли ты кого-нибудь, может, тебе очень сильно повезло, с удовольствием тебя с этим поздравлю. На этом, ребят, прощаюсь, все полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.